приводили к Мухе бложку, приносили сапожки, а сапожки непростые, их застежки золотые. Приходила к Мухе бабушка-пчела, Мухе-цыгатухе меду принесла. Бабочка-красавица, кушайте варенье, или вам не нравится наше угощение? Thank you.
Мы начинаем рубрику «Как стать красивым». Вернее, ее продолжаем. Темой сегодняшнего выпуска будет животрепещущая тема всех женщин, кому за. И называется она «Больше движений». Если вы хотите обрести былую стройность, встаньте ноги на ширине плеч, руки в стороны и начинайте приседания. И раз, и два, и три. Не останавливайтесь. И пять, и шесть. И так 100 раз. На 100-м приседании сделайте вдох и выдох. И начинайте движение сначала. Пышная прическа. Для этого вам потребуется расческа, бигуди, фен и немножечко лака для волос. Мы продолжаем вас знакомить с рубрикой «Как стать красивой и стройной». И темой нашего выпуска станет «Диета 365 дней в году». Конечно же, у каждой хозяюшки должен быть порядок в доме. Итак, начинаем уборку. Начинаем уборку с мытья окон. Не думай, Анна Кищ, вы не видите? Я больше средства экономлю. Красота, уборка, красивая фигура. Но это, конечно, все не для меня. Деньги в колледже отнесли.
я полы ей мыла-мыла, а теперь я ей не мила. А я не помню, когда мы кофе заваривали. А на меня вы посмотрите, я 4 дня не мыла, от меня перцем пахнет. Будьте здоровы! Да какое ж тут здоровье! Так не можем больше жить! От Федова бежим! Убежим! Убежим! Не воротимся! И бежим по полям, по болотам, по лесам! Посуда ушла! Thank you.
Душа веселее.
приглашай. Всех в стол ты приглашай. Все идем пить чай.